гаснет свет в моем окне. И ночь и день, душа в огне. Хочу познать себя в себе, его в тебе, тебя во мне. Их нас, нас в них и всех во всем. С таким сизифовым трудом я расщепляю эту залу, крутя то передом, то задом. Не зря ж профессор Кант всю жизнь критиковал наш мутный разум, сменяя синтез на анализ, априоризм и эмпиризм, критический идеализм, но дедуктивный пацифизм. Мой благодушный организм впал в тугодумный мастурбизм. Все переписываю начисто между количеством и качеством, между рассудком и дурачеством, между наукой и чудачеством. Гетерогенность ощущаю и всепричинность понимаю, а все внимание обращаем, пространство, время созерцаем. С позиции социал-эстетики и трансцендентной диалектики раздвину сферы и границы, пойму, где правило таится, и к добродетельному счастью мир приведу своим участием, на службу жизни обратим, моральности императив, постигнув всю архитектонику, пора напохмельнуться тоником.